Это начну с того, что тему я определял строго, поскольку хотел использовать иллюстрации, но к чему применить, думаю, так просто найти. После определенного выбора было решено использовать поэта Джима Моррисона и отобрав какое-то количество живых стихотворений, потому что изначально планировалось 24, но сократилось 12 из-за Ленинграда, и получилось 13. Таким образом, я начал с того, что после того, как определил систему, определил соответственно с форматом, это получился пятый формат. Также я долго решал, какой техникой иллюстрировать эти стихотворения, потому что в своей сути они очень необычные, и надо было подумать. Но я пришел к тому, что Лена Гарилла, техника моего исполнения было сделано большое количество набросков, среди которых Сергей Леонидович много отбирал. Были они сделаны тушью на нейлоновой бумаге, после чего на линолеум я перевел на наброски и уже начал вырезать непосредственно на линолеуме. Поскольку деталей было очень много мелких, хотелось долго вырезать все, экспериментировать. Также цвет. Было решено использовать синий цвет, более глубокий. Синий цвет использовался непосредственно для гравюра, потому что были еще акварельные краски задействованы как дополнительные цвета. То есть получилось картинки три цвета. Самой иллюстрации, но мне казалось, что мало, я решил дополнить текстом композицию из текста. Поэтому на чердаке было много перевертых старых газет, выбрал много вырезок, которые я использовал, наложив уже на печатные иллюстрации на бумаге, печатал я на акварельной бумаге яичная скорлупа. Было удобнее сочетать акварель и масло. Далее я приступил непосредственно к размещению в книге, потому что еще нужно было текст стихов разместить в обороте, поэтому приходилось долго купоновать, все это перемещать, передвигать. Но, несмотря на то, что некоторые иллюстрации на оборот-разворот заходят, мне показалось, что это будет наиболее подходящим. Также для использования текста стихов я использовал шрифт Times. Было решено сделать английскую и русскую версию стихов, поэтому более выразительно английскую часть текста я сделал синим цветом с добавлением мадженты, а латинский русский текст был красного цвета с добавлением желтого. К сожалению, не получилось вырезать на линолеуме текст, но он помог компьютеру. Также я использовал для этой книги переплетный картон, поскольку она вся сделана вручную. Изначально целиком планировалась ручная работа, но поскольку рук всего две, то пришлось распечатывать. Вот. Но развороты этой книги
были приклеены картону двухметровому, и уже сложилась такая вот некая книга, достаточно объемная. Больше могу сказать. Ой, ведь я у нас заканчиваю.
знаете, это вот удивительно, вот с первого курса прическа не изменилась. Вот прям вот все вот как на первом, вот ощущение, что вот весь период как раз и был такой цельный, чистый. Вот, вот я все время делал, вот его лицо, оно все время оставалось неизменным, как внешне, так и в работах. И мне необыкновенно понравилось, как когда я нашел эту тему, и вот он решил делать именно вот эту книжку, это вот было таким прям логическим продолжением того, чем он занимается, и вообще как-то на удивление все сложилось. Уникальный поэт, он абсолютно не похож ни на кого другого. Это такая просто явление в американской культуре, да и в общем-то в мировой культуре. Поэт, который написал такие стихи, которые больше никто не повторит и не сможет повторить. И подход, с которым я подошел к решению этой книжки, на мой взгляд, тоже уникальный, потому что мало того, что это сейчас сделано все настолько неожиданно, то есть все иллюстрации наполнены символами, смыслами, а при этом придана такая форма, которая только такая форма может раскрыть смысл этого произведения. И когда в конечном счете я еще узнаю, что я собираюсь это все напечатать в шелкографии и вообще завершить это окончательно, чтобы это стало действительно произведением, и вот те уникальные стихи, это уникальная книжка, ну, это вот прям продукт, который меня радует. И я, дай Бог, чтобы в будущем у вас в жизни складывались такие же работы, и также вам везло, и вы нашли своего зрителя, читателя, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо.